Сейчас такой вариант того же нанесения удара с помощью гирьки, я отработаю взрывной старт, как с задней, так и с передней руки. Здесь дополнительно включаются еще и мышцы кора. За весом не стремимся. Итак, взяли, закинули гирю, стали в позицию, как для задней руки нанесения удара. Бросаем и подхватили. Теперь мы находимся в позиции для удара с передней руки. И таким образом меняем направление. Передний, задний. Передний, задний. Потом перехватываем на другую руку и то же самое. С передней руки, с задней руки. Передний, задний. Не стремимся за большим весом. То есть здесь продолжают работать те же моменты. Передняя дельта, таз. В момент подхвата еще и косые мышцы. То есть мышцы кора мы здесь полностью включаем. Повторюсь, не стремимся за большим весом. Берем маленький и делаем, например, 50 раз каждой рукой. Пробуйте.